что вот Ксенька хочет приготовить себе бутерброд в школу. Вот смотрите, у нас такой вот батонище, сосиски, кетчуп острый, майонез, сыр с орехами и помидорка. Там у нас вареница. Лимон. Очень вкусный, кстати. Ну что, доченька, давай, делай себе бутерброд. Ксения нарезала на две части батон. Так, что же будет дальше? Она ест его. Она уже его ест. Да что это такое? Остановись, школу не хватит. Все, прекращай, дырка будет. Так, вот нарезали батон на две части. Положи руку рядом. Какой размер батона? Руку. Размер батона. Так, что дальше? Ложка. Положь туда ложку. Майонез. Кетчуп. Капала туда кетчупа остренького. Любит она остренький кетчуп. Вредненький майонезик пошел. Пошел майонезик. Вредняшка. Все делается. Сочно, мощно. Китченес? Что это у тебя? Китченес? Да. Что, не хватило? Да. Китченеса? Что, маловато, что ли? Да. Ты одна все съедаешь? Ничего себе, обжора. Да, в школе хочешь. Так, вот так-то обильненько надо смазать батончик. Не забудьте. Майонез, кетчуп ваш любимый. Соус там, я не знаю, что вы любите. Намазывайте, все размазывайте. Вот так вот вкусно все, сочно, мощно получается у вас. Я думала, ты уже сейчас укусишь. Ты терпишь? Так, вот верхушечка батона пошла. Пошла верхушечка батона, наматывается. Ничего себе, она чуть не потеряла майонез. Велико художественно намазываете. О чем думаешь, что? О кетчупе. А может, о чем-то другом? Ничего себе, ужас какой-то. Сегодня же не Хэллоуин. Кровь какая-то выдумывает еще что-то. Ужас какой-то. Так, что дальше пойдет у нас? Сейчас точно откусит. Как будто варенье намазала. Или джем. Нет, не любишь сладкий бутерброд? Нет. Терпеть не можешь. Так, что дальше? Так, это вот так все делается. Сосиски берем. Сколько сосисек у тебя здесь? 2, 3, 4. 4. 2, 3, 4, 4. Ничего себе. Итого 8 сосисек. 1 батон и 8 сосисек.
вы даете. Как не получилось? Почему? Выкладывай. Вот, смотри, как у тебя получается все. Поближе клади. Все 8 не влезут. Мне кажется, ты кому-то делаешь этот бутерброд. Кому? Ну, может быть, не себе, а может кому-то делаешь. Ну, я не знаю, кому. Ну, смотри, у тебя уже не вмещается. Сделай поближе их. Смотри, у тебя сколько места. Все? 4 сосисона? Что-то передумала? Все-таки туда. Так, 5 сосисек у нас. Это половина пошла. Вот это мощный, сочный бутерброд. Ого, ничего себе. Вот это, да. Вот это ничего себе. Вы такое а видели? А это мама была? Не-не-не-не-не. Вы такое видели, а? Ну это же вообще. Так, что дальше? Что у тебя будет дальше? Так, она берет. Будь здорова! Будь здорова, расти большая, кушай хорошо. Всего тебе хорошего. Счастья, удачи в личной жизни. Так, вот она, значит, нарезала. Помидорку одну, вторую, третью. Так, укладочка пошла помидоров. Так, кажется, не влазят помидоры. Сдвигаем их. У Ксюши все вмещается. Просто бомбически. Вот такая вот. Так, ничего себе, чизлевер пошел. Так, 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 самое главное, чтобы не трохнуть. Может, наоборот, тебе сюда положить? Этот какой-то сыр. Так, небрежный такой бутерброд. Так вот, бабах. Вот и все. Теперь ты его берешь и переворачиваешь. Жонглёр. Фиганула. Раз так. Какая молодец. Какой бутерброд еще у нее. Картос. Ничего себе. Это все мне, да? Это все тебе на работу. Ну-ка, с этой стороны покажи хоть. Как будто пальцы. Это тебе надо было на Хэллоуин делать пальцы такие. Придешь в это, в школу, такая открываешь. Ксения, сразу ешь, там все обалдеют. Можете еще кусок сыра с собой взять? Нет. Нет. А ты что, господи, вложи его он еще. Что думаешь ты теперь? Задачилась? Не надо съесть. И вот такой маленький сок. Господи, надо было 2 литра брать. Банку трехлитровую. Да, банка разобьёшь. Да. В пакете? Ну да, надо было в пакете брать. Ну ничего. Вот такой вот бутерброд делает Ксюша себе в школу. А вам слабо? Так, шумы, я думаю, догадались были откуда вы. Андрюшка нам намешал кефир с бананом. Вот такой вот коктейльчик. Любим мы покушать. Дальше продолжает там шуметь, делать что-то. Всем по коктейльчику. Вот так вот. Мне самый маленький.
Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита в школе. Удачных дней учебных. Все, всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.